Одно пальцо. Да, вот она. Окей, guys. Drew's tired, I'm gonna take over. Значит, я буду ставить историю свидания с Громио молодости, красавцем и приятнейшим парнем. И говорит новоприбывшему. Не обжирай. А мама твердо произносит. Попер Инвест, отличная компания. That's inside joke. Yeah. Sure. На этом пара покидает дом и едет в... Well, then there's the one. Вскоре они проголодались, и поэтому они идут в ближайший ресторан, где каждый заказывает себе... Клубничный кисель. Покрытое... Чесноком. И залитое... Квасом. Потом их любовь становится все глубже, когда вечернее солнце растет. Когда свидание кончилось, свидание кончилось, она бежит вверх по лестнице в свою комнату, ее сердце учащенно бьется, она звонит своей лучшей подруге, чтобы рассказать ей о потрясающих событиях вечера, сообщив, что он сдох. Hey Alex, say something, dog. That's what's up, y'all. Як людина пеленка, Боги ми помися. Як людина пеленка, Боги ми помися. Від Марії рожденому хвалу честь віддаймо. Ми благості полні радості, Люди нам спаситель, с Богом примиритель, радуйтесь, настал день торжества. Thank you.
ему злой мачехой была, и на страдания обрекла. Без облегчения, без прощения он слеп от самого рождения. Растят бездомным сиротой, пылит в песке степной дороги, или порога синагоги на знойных птицах мостовой. Он испытал по воле неба всю горечь нищенского хлеба. Ты, мать, твои грешили, и ты в грехах от них рожден. Слепые очи, покрытые мраком вечной ночи. И яркий день, и небеса, и пышно светлая краса земной полуденной природы, леса, пустыня, горы, воды, и красота самих людей. И отчий кров, и круг друзей, внимание, ласки и участие. Все непонятные слова. У нас есть еще одна возможность и еще один шанс быть в доме молитвы. Я хочу начать свое послание, читая книгу Иуды Иисуса Навина. Я начну с 7 стиха и далее. Run to chapter 8 and до 8 стиха и заканчивая стихами 28 и 29. Я быстро вам расскажу о том, что случилось. In chapter 6, the Israelites won their battle against Jericho. В 6 главе Израиль выиграл свою битву с Иерихоном. And the Lord said, everything that is in Jericho belongs to me. И Господь сказал, все, что в Иерихоне, принадлежит мне. But somebody decided to break that sacred agreement between God and the Israelites. Но кто-то решил и обратить внимание на тот святой завет между Богом и Израилем. Their eyes were wanting to take something from Jericho that didn't belong to them. Их глаза пожелали взять что-то с Иерихона, что не принадлежит.